какой красивый букетик прям. У меня наряд такой же, практически такого же цвета. Всем гостям и зрителям моего канала большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня я хочу начать очередной влог. В этом влоге будет сегодня понемножку. Я покажу вам наш поход по магазинам, потому что во французских магазинах сейчас идут приготовления к Пасхе. Я обожаю магазины для дома. Все, что для дома, для интерьера. Люблю украшать, создавать уют, атмосферу праздника, атмосферу теплого, красивого, радостного. Создавать такое настроение. Если мы сами себе не создадим его, то, наверное, никто уже не создаст. Поэтому, если хотите, оставайтесь со мной. Я приглашаю вас пройтись по магазинам. Также будут кусочки моей жизни, моей семьи, моей кухни. На кухне вместе со Светланой, потому что я начинаю. Многие просили, и я согласна, я буду показывать вам те блюда, которые я готовлю. Каждый день я так готовлю, каждый день я оформляю, причем я готовлю и мужу на работу, и Саше, потому что не все едят одно и то же. Это занимает очень большую часть моего времени. Также я достаточно такая чистюля и маньяк, как я говорю, поэтому приходится все убирать, разбирать. Задаются много вопросов по поводу моей мультиварки, по поводу моей печи. Почему духовка, она такая чистая и так далее. Как вы это чистите, чем вы это чистите? Девчонки, про мультиварку есть отдельное видео. Я постараюсь найти сноску и оставлю в инфобоксе. Это Moulinex Cookeo. Я довольна этой мультиваркой, не могу ничего сказать. Посмотрите это видео, я думаю, что оно будет более наглядное и полезное. Про духовку же, мои хорошие. Ну, я такая чистюля, как я уже сказала, повторяюсь. То есть, когда я что-то делаю, готовлю, я или накрываю, или в специальной кастрюле готовлю, чтобы все это не разбрызгивалось, или накрываю алюминием. И когда уже процесс приготовления пищи закончен, я просто... Это уже как бы на автоматизме, как протереть стиральную машинку после того, как она закончила вот это все резиновые прослойки, чтобы вода не застаивалась, так и духовку. Просто я протираю, у меня есть кое-какие средства, или просто вот таким, я вам не раз уже показывала, алкоголь-менаже, алкоголем для уборки. И все остается чистым и хорошим. Я не знаю, даже, скорее всего, там есть функция очистки, но я еще ни разу ей не пользовалась. А в духовке я готовлю практически каждый день. Ну вот, мои хорошие, у нас сегодня воскресенье, я вам желаю хорошего выходного, и будем продолжать наш влог. Влог «Сборная солянка». Не забудьте подписаться на мой канал, кто еще не подписан, я рада новым друзьям. Также поддержите меня пальчиками вверх, и для развития канала, если у кого-то есть желание, просто поделитесь в социальных сетях моим видео, моим каналом. Я буду вам очень благодарна. И мой маленький канал тоже. А я всех целую. Всем большой привет. Мы приехали в Трюфо. Этот магазин вы уже знаете. Я хотела посмотреть декорацию для Пасхи. Здесь пока не для Пасхи, а джунгли. Все для Пасхи, шоколад. Thank you.
смотрите, какая красота. В магазине Трюфо. Целое поле цветов. Красота. Глаз радуется. Помидоры уже вон. Девчонки, покупайте куст. И домой вместо цветочка. Какие милые зайчики. 8,50. А такой? Сколько стоит? Не вижу ценник. Вот так же 8,50. А здесь отдел со свечами. Это марка Matilda M. Для ванной и не только. Смотрите, какая красота. У них новая серия пудровая. Смотрите, какая кружка красивая. Подарочная. Здесь, наверное, две кружки. Или одна. Одна, наверное. Пустая коробочка. Можно попугая купить. Все-таки Сахара, пальмы, бананы везде, на посуде.
обожаю дел с книгами. Могу здесь проводить часами время свое. Кулинарные книги, особенно те, что салаты, всякие полезности, суперфуд. Просто класс. Такой огромный выбор. И различные йога-кукбук. Представляете? Grand and cheap. Кухня из цветов садовых. Кухня из медицинских трав. Просто диву даешься. Вот, например, книжка «La cuisine à l'huile de coco». Кухня готовим на кокосовом масле. Всякие разные рецептики. Ну, классно. Оп, кухня без глютена. Веганская, вегетарианская. Аперитивы, вежи. Одна моя слабость — это такие вот полки с различными вкусностями, но необычными, а на них, на этих полках можно найти такие продукты, которые необычные, различные соусы. Просто голова кружится от разнообразия. Паштеты, травки, муравки, всякие крекеры, крысполы. Вот, например, смотрите, сколько соусов различных, с чего только нету. Вот, например, с копченостями, без глютена и так далее, натуральный. Также всякие сухарики. А вот посмотрите, сколько различных трав. Какие банки красивые. Эписов, специй. Для салата, куркума. Ой-ой-ой. Соль де Камарг. Камарг. Я обожаю. Можно собрать такой красивый пакет для того, чтобы подарить кому-то. Различный мед. Саша у меня очень любит мед. Ковришка. Девчонки, вы же любите меня, просите, чтобы я ходила с вами по магазинам. Я это обожаю. Различный чай. А мне нужно кофе. Я хочу кофе здесь купить. Еще осталось такое в капсулах. Оно подходит для моей машинки Неспрессо. Это новогоднее, рождественское. Здесь с корицей, с апельсином. Да? И также ваниль у меня есть. Вот хочу с этими орешками. Карамель у меня тоже есть. Возьму вот эти два. Ну, здесь такие вкусняшки, такие неполезные. Пасхи все украсили даже в супермаркетах. Посмотрите. Красиво. Яйца во всех своих проявлениях.